Привет, друзья, с вами Скай, и это игрушка под названием Dawn of the Sniper. Надеюсь, я правильно прочитал. Мой английский слишком плох. Это игра, в которой нам предстоит отстреливать зомбарей, играть за снайпера. И нам придется отстреливать немало зомбарей и показать свои лучшие навыки. Как видите, игра есть на Android и App Store. Ну, Google Play и App Store. Так, поехали. Прохождения нет. Первый уровень просто. Оу, прикольная заставочка. Так. Так. Я понял. Protect Human. Так, вот идет зомбарь. Headshot. Ой-ой-ой. Целимся. Да что ты будешь делать? Вот так. Перезарядимся. Как-то я не подрасчитал немножко. Ну что ж ты трясешься-то так, а? Хедшот. Отлично. М24 СВС. Конечно, то еще оружие. Так, результаты. Ага. 67? 200 баксов. Далее. Наверное, лучше... Если бы я лучше стрелял, было бы круче. Оу, СГ есть. МК-12 уже лучше. Какие крутые пушки тут есть. Да, неплохо бы таких парочку иметь. Так, посмотрим. Ладно. Что еще есть? Ачивменты и миссии. Это что? Читы. Нет, без них. Без них, ребят, не, никаких читов. Ну что, поехали по миссиям. Следующая. 3 звездочки. Надеюсь, полностью 100% заработаю. Ау я. Так. Двое выживших. Ага, понял. Понял. Хедшот. Где еще следующий? Следующий где? Не говорите мне его искать. Хедшот! Отлично. И остается кто-нибудь еще. Да, еще зомби прут. Хедшот и... Блин. Перезарядиться. Давай, поскорее. Хедшот и, блин, не вижу. Он за... Да, блин. Перезаряжайся. Он сейчас угробит нашего друга. Вот так, все, вроде все отлично. Мы справились. Я надеюсь. Оу, я. Их было много. Ну, 82. Денег сколько? 400. Уже лучше. Угу. 5000 дали. Сори. Что-то пошло не то. Это была, видимо, ачивка. Ачивмент. Это... Ага, отлично. 5600. Посмотрим, что мы можем сделать в магазине. Экьюпит. Угу. Улучшение, то есть, купить. На зум и стабильность. Надо ли нам это? Если мы за 3000 можем мозги купить. Или за 80 МК-12. Но я бы покупил до МК-12, честно говоря, потому что МК-12 неплохая пушка. Так, давай сразу дальше. Поехали, стоит 4. Ух, мне заставка прям нравится. А вот мышка, которая не дает мне нормально увидеть что-либо, не очень. Где зомби-то? Так. Ох, ё-моё. Ёлки-палки. Я его сразу-то и не увидел. Давай. Так. Давай еще одного сразу. Блин. Перезаряжаемся. Было бы побольше патронов, было бы гораздо лучше. А-а-а. Упустил. Хедшот. Так, этот гад там. Опять атакуют нашего. Давай, да попади ты. Ага.
Блин. Хедшот сделал. Давайте уже. Перезаряжаемся. Сейчас на нашего опять кого-нибудь нападу. Или все? Все, надеюсь, все. Уф, плотно. Ну, по крайней мере, они все выжили, но... Не 100%, но выжили. Главное же, что они выжили. Да ё-моё, Фейсбук постоянно пытается открыть. Отлично. Отлично. Так, совсем чуть-чуть нам надо еще подзаработать. Получается, за сколько? За 670 мы можем заапгрейдить. Но надо ли нам это? Вот, в принципе, как МК-11. Нам на него реально копить. М14, ну это уже уровень выше. Но жесткая стабильность у него просто балит. Давайте возьмем ее сразу. Отлично. Экипировали. И за 2800 у нас не хватает денег. Но стабильность, по-моему, бы жестко повысили. Ну что, одна миссия, и у нас все в порядке. Ага. Прицелились. На стейдж 4. Попытаемся. Если будет. Так, двое. Трое. Так. Ага, идет. Выстрел. Хорошо скушал его. Так. Еще один. Два патрона остается. Ух. Так, уже гораздо лучше. Там что, бегун, что ли? Да блин. Убил его. Да блин, что такое? У меня сейчас всех съедят. Так, убрали. Ну, ладно. Блин, на одну бедную девчонку столько зомбей. Или это не девчонка? Стреляй. Элсу ЖСД! Я криворукий. Мне говорят, типа, руки у тебя из задницы. Я понял, я понял. Так. Бежит, бежит. Ох, ё-моё. Давай же. Да ё-моё, чё ты не попадаешь? Так, перезарядили. Да куда ты прёшь-то? Хедшот, отлично. Мы пока наших спасаем. Спасаем! Давай же. Перезарядись побыстрее. Фу, братюня. Еле успел. Еле успел. Да, блин, убейтесь же вы. Убейтесь, умрите. Уй-ой-ой-ой, уже тут подходят. Жесткие они тут. Жесткие на этом уровне. Как вы все кончитесь-то уже, а? О, все, отлично. Отлично. Никто не умер. Я просто, ну, дико рад за... Так. Ага, 800. Спасибо. Спасибо. Ну что, заапгрейдим. Сразу. Оп! Стабильность почти максимальная. Это просто. Ух. Интересно, самое жесткое оружие тут что? А, ну да, G420. Я думаю, на него мы не успеем накопить. Ну, однако, надо попробовать. Давайте. Давайте попробуем. Ух. А, ну хотя бы все трое в одном месте. Да вы что, издеваетесь? Так.
Так, приблизить можно. Можно же было приближать все это время. Вот так. Посмотрим, где еще ползут. А! Где-то на вас напали, ребята? Нет еще? А, блин, перезаряжаться. Так. Да что у вас так много-то? Блин, сложно, сложно. Сложно успевать! Да, блин. А, жесть! Не все идут и идут. Как успевать это все? Хедшот. Уф. Сложно, сложно, сложно. Да, все. Выживших очень много. Давай, сколько? 76. Отлично. О, 1000. Неплохо. Угу. Опс. Вон, поехали. То есть за то, что я не нажал поехать в Facebook, он говорит, ноу. Ноу! А, мы еще можем качнуть за 2800. Вполне себе приличная пушечка бы с такой-то стабильностью. Ну что, поехали. Стейдж 6. Ух. Будет у меня бомбить, я прям предчувствую, что на этом уровне. Ага. У меня постоянно желание повыше ему пострелять. Е, у них есть оружие. Да блин, что такое? Да как успевать все это топ отстреливать? А, они слишком жесткие. How survives that? Ну а что вы ожидали? Если они так жестко там встали и... Нет. Я, пожалуй, пойду сюда. Повторим еще раз, наберем денежек, получим пушку, и тогда я думаю, что мы сможем справиться. Ну это, конечно, вообще жесть. Так, дайте. Да ё-моё. Что ж ты просто не сдохнешь, да? Так. Здесь идет. Что ж ты будешь делать-то? А! Я уже потерял. Да ё-моё, я по-моему уже пострелять готов. Да. Есть. Снайперка, честно, меня уже... Это начинает немножко раздражать. Какая-то она неубойная. Мощности бы еще поболее. Ну, не выжили у нас эти, потому что я стреляю как кусок говна. Так. Ну что ж ты, мышка постоянно мешается в кадре. А, бесит. Давай. Ну все, вроде все хорошо. Вроде зачистили. Или еще какие-то товарищи будут. Давай, хедшот и еще одному. А, ну что же за дикое так движение-то? Мышкой. Ух. Простите меня за мои бугурты. 2 из 6. Капец. Денег дадут вообще копейки. Ну, главное, что дадут. Фух. Да что ж ты будешь делать-то? Ну, по крайней мере, нам надавали денег на будущие апгрейды. Все, пушка максимального уровня. У нее стабильность максимальная. Ребят, всем спасибо, что смотрели. Остальные миссии, я думаю, вы пройдете сами. Удачи вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока.